Столица половина шестого. Добрый вечер. С новостями Эльвира Найманбаева и Хасан Исраил. Сегодня в Аккорде глава государства провел совещание по вопросам подготовки к выставке «Экспо». В нем приняли участие руководитель администрации президента, секретарь Совета безопасности, генпрокурор, председатель правления нацкомпании «Астана-Экспо», а также главы правоохранительных органов. Участники совещания рассмотрели общий порядок проведения выставки, а также вопрос обеспечения безопасности казахстанцев и гостей столицы в этот период. Глава государства отметил большой объем работ, выполненный в рамках подготовки и качественного проведения предстоящего мероприятия. Осталось мало дней до открытия. Мы хорошо подготовились. Сегодня мы еще раз вместе с представителями нацкомпании «Астана-Экспо» подробно обсудим детали проведения выставки. Первый вопрос – обеспечение безопасности. И компания, и правоохранительные органы провели большую работу. Но мы должны быть уверены на 100% в том, что все будет безопасно. Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что во время проведения выставки важно обеспечить высокий уровень безопасности гостей и казахстанцев не только в Астане, но и во всех регионах. Каждый руководитель несет за это персональную ответственность. По итогам совещания глава государства дал ряд конкретных поручений. Подготовка прошла, мы вплотную подошли к открытию, приезду гостей и проведению самого мероприятия, большого прием большого количества гостей в городе и на Экспо. Сегодня объявлено, что 1 200 000 билетов уже продано. Для посещения это больше, чем ожидалось. То есть скопление будет очень большое, и ответственность на всех на вас ложится персональная. Глава МИД Кайрат Абдрахманов сегодня озвучил позицию нашей страны в отношении ситуации с Катаром. От имени Казахстана министр выразил надежду, что разногласия будут урегулированы дипломатическими методами путем переговоров. Мы призываем все стороны, которые вовлечены в эту ситуацию, проявить сдержанность и принять взаимоприемлемые решения. Прежде всего, во благо народов этих стран, которые в первую очередь будут страдать от разрыва дипломатических отношений и в целом отношений между этими странами. Кайрат Абдрахманов также рассказал о подготовке к открытию международной выставки «Экспо». По его данным, в Астану на церемонию открытия приедут 17 глав государств и правительств. Кроме того, Абдрахманов рассказал некоторые детали программы заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Так, ожидается встреча в узком кругу, в ходе которой должны принять решение по вступлению в ШОС Индии и Пакистана. В расширенном составе главы государств определят задачи и перспективы развития организации. 8 июня предполагается праздничный концерт в честь глав делегаций, которые будут участвовать в этом мероприятии. А рабочий, основной рабочий день, 9-е, по завершении заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, уже вечером состоится торжественное открытие Экспо. Главы государств, стран-членов ШОС подпишут Астанинскую декларацию. Будет принята конвенция ШОС о противодействии экстремизму. Сенаторы, обеспокоенные судьбой казахстанцев, ухаживающих за людьми с ограниченными возможностями, речь о матерях и близких родственниках, которые не работают, а потому не могут рассчитывать на пенсию. Льготы же для людей с ограниченными возможностями действуют только до 18 лет. Однако Минтруда и соцзащита уверены, им финансовую поддержку им нужно оказывать и по достижению совершеннолетия. Соответствующую заявку уже направили и в Министерство финансов. Всего же в стране 13 тысяч человек, которые нуждаются в посторонней помощи. Вместе давайте подумаем, мы вас поддержим. Просто эти люди остаются за бортом социальной защиты нашей. Вот о чем речь, только об этом. По пенсионному обеспечению данных мам, например, мы говорим о том, что при назначении базовой пенсии году ухода за такими людьми, не только дети, да, до 18 лет, они будут учитываться при исчислении стажа. Соответственно, значит, в пределах там, 10 лет этот стаж будет учитываться.
И вопрос введения, там, скажем, их в пенсионную систему, уже в накопительную. Данный вопрос действительно требует решения. В результате бомбардировки Раки силами коалиции, возглавляемой США, погибли свыше 20 мирных жителей. Об этом сообщил базирующийся в Британии сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По данным активистов, в результате авиаудара погибли люди, пытавшиеся сбежать из контролируемого ТИГИЛ города. Рака, где проживают около 200 тысяч жителей, считается главным оплотом джихадистов в Сирии. Операцию по наступлению на город начали в конце прошлого года. Официальная Анкара выразила недовольство в связи с решением ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром и также призывает решить эту проблему с помощью диалога. В свою очередь, Турция готова внести свой вклад в нормализацию ситуации. Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Напомню, накануне Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дип-отношений с Катаром. Арабские страны обвиняют его в подрыве безопасности и дестабилизации ситуации в регионе. Впоследствии отношения с официальной Дохой также прервали Ливия и Йемен. Наша цель заключается в поддержании стабильности в регионе, поэтому мы должны вместе бороться против терроризма, исламофобии и религиозного подстрекательства. Для нас важно единство, а обострение этой ситуации вызывает опасения. Конечно, что могло возникнуть из-за недопонимания между странами, но в любом случае диалог должен быть налажен. Германия намерена вывести свой контингент из военной базы Инджирлик в Турции. Об этом заявил глава МИД Зигмар Габриэль после того, как стороны не смогли договориться по спорному вопросу. ФРГ настаивает на том, чтобы депутаты Бундестага имели право беспрепятственно проходить на базу и в любое время посещать немецких солдат. Однако в мае делегации из Германии не дали посетить авиабазу. Немцы посчитали это неприемлемым. Сейчас на базе НАТО Инджирлик находится около 300 военных. Ожидается, что вывод немецких войск начнется уже в ближайшее время. Рассматривается возможность о передислокации солдат Бундесвера в Иорданию. Окончательное решение правительства примет 7 июня. Мой турецкий коллега объяснил, что в нынешней ситуации Турция не может позволить всем желающим депутатам совершать визиты на базу Инджирлик по внутриполитическим соображениям. И я очень сожалею об этом. Мы должны были уточнить и понять, есть ли шансы прийти к соглашению, но наши турецкие коллеги не увидят шансов достичь договоренности. Я прошу министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен проинформировать об этом немецкий парламент и кабинет и начать подготовку к процессу вывода наших военных. В Нью-Йорке стартовала первая международная конференция ООН по проблемам Мирового океана. Открывая форум, генсекретарь организации заявил, что конференция должна придать новый импульс международным усилиям по защите океанов от загрязнения и сохранению их биоресурсов. Среди первоочередных шагов он назвал международное взаимодействие в сохранении биоразнообразия океанов, расширение акватории морских заказников, сокращение масштабов сброса в океан отходов, особенно пластика. Мы должны отложить сиюминутные национальные интересы, чтобы предотвратить долгосрочную глобальную катастрофу. Сохранение океанов, экономное использование их ресурсов – необходимые условия нашего существования. Информация с казахстанской фондовой биржи. По результатам двух сессий средний взвешенный курс 312 тенге 99 тинов за доллар. Общий объем торгов составил почти 88 миллионов в американской валюте. Продолжим. Фармацевтическая компания «Медсервис Плюс» выплатит штраф 115 миллионов тенге и вернет доход в размере 208 миллионов тенге. В антимонопольном комитете уверены, что компания состояла в картельном сговоре на рынке лекарств. Еще в отношении трех фирм возбудили административные дела. Как заявили в ведомстве, специалисты занимаются не только выявлением, но и предупреждением нарушений. Введен институт уведомления за злоупотребление доминирующим положением. Это позволяет компаниям рынка самостоятельно исправить ситуацию, не начиная процедуру расследования. Так, в прошлом году 5 из 10 дел были прекращены. Поступило на них.
него конкретно как жалоба, мы ему даем 10 дней на устранение этой жалобы. Если он соглашается, что в его действиях были какие-то нарушения, он уведомляет нас о том, что он согласен, исправит это, исправляет. Соответственно, мы не принимаем меры административного воздействия. Как показала статистика, более 70% уведомлений исполняется субъектом рынка. На востоке страны молочное животноводство набирает темпы. Свой вклад в развитие отрасли начали вносить новые сельхозкооперативы, которые создают в районах. Анель Есенбердина продолжит. Ульбинский модульный комбинат единственный в стране производит отечественные молокоприемные пункты. Конструкции из энергоэффективных СИП-панелей здесь выпускают в виде специальных вагонов. Они могут выдерживать от плюс 40 до минус 40 градусов. Легкие и удобные в использовании и перевозке. Они еще оснащены всем необходимым оборудованием, главное из которых – танкоохладитель. Изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Это не просто емкость для молока, это емкость для охлаждения молока. Причем и это оборудование завод изготавливает самостоятельно. На предприятии трудится 45 человек. Они как раз заканчивают большой заказ на 14 молокоприемных пунктов. По новой программе поддержки агропромышленного комплекса сейчас они особенно востребованы сельхозкооперативами. По области уже создано 240 кооперативов с количеством участников 4400 человек. До конца года этот показатель планируем увеличить до 15700 личных подсобных хозяйств. Но из них уже функционирует, создано 25 кооператив молочного направления. Как раз их оснащение – одна из главных задач. Поэтому на завод приезжают представители кооперативов, руководители сельских округов, чтобы потом на месте разъяснить преимущества новой программы и возможности приобретения молокоприемных пунктов. В фонде финансовой поддержки нам дали четкое разъяснение, что 50% субсидируется государством. Если модуль приобретается в полном комплекте стоимостью 5 миллионов, 2,5 миллиона фонд финансовой поддержки сразу перегоняет. А половина суммы дается в кредит всего под 6% годовых на 6 лет. Еще и без залога довольны сельчане. Модульный комбинат же готов полностью обеспечить все их потребности. Казахстанская составляющая не менее 60%. По производительности наше предприятие вполне может обеспечить всю государственную программу. Насколько мне известно, там до 300 молокоприемных пунктов нужно было изготовить за один год. Мы в состоянии осилить этот проект. В ближайшее время предприятие начнет производить еще и убойные пункты. Анна Сенберзина, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. В Кызылорде бизнесмены помогли открыть первый центр ипотерапии. Программа лечебной верховой езды рассчитана на детей с ограниченными возможностями. Все занятия будут проводить бесплатно. Центр создан на базе инклюзивного детсада, открытого в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня его посещают 175 малышей, более половины из которых с инвалидностью. Пока в центре 6 лошадей, но в будущем их будет больше, обещают специалисты. На этом пока все. Благодарю за внимание и до встречи.